Сегодня 18 июля. На улице облачная погода. С утра шел ливень. Сейчас вот на небе осталась только дымка. Душно. 27 градусов тепла. Температура моря где-то 23-24 градуса. Люди купаются, загорают, потому что в такую погоду самый безопасный загар. В общем, все отдыхают. Особое спасибо хочу сказать тем, кто подписался за последние дни, потому что за 4 дня набежало 100 человек подписчиков. Следите за мной в Инстаграме, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы. И смотрите «Черное море» каждый день. Все ссылки указаны в описании. Если есть какие-то вопросы по жилью или по прокату, то обращайтесь. Ну и просто пишите по настроению. Всем пока!